Последний раз я простоял полтора часа, остановил 5 такси. Один раз мне предложили денег. Должно быть, парень просто не понял, что было написано. Я стопил на Эребру. Вот, и в конце концов подъехал мужик на мотороллере и сказал, что дальше за мостом хорошая позиция, потому что трафик в основном идет на автостраду. А тут был местный. Вот. Ну, он сказал, что был в моем положении, то есть он все-таки хичакер, поэтому решил все-таки, да, действительно туда сходить, тем более времени уже позднее, 8:30 вечера. Посмотрим, доберусь куда-нибудь или нет. А, весь день очень не ел ничего, потому что стараюсь не загружать, чтобы с собой все время не таскать еду. Хотелось все-таки за один день туда. Ну, хотя, я опять же не спешил. Шлялся там вся. Смотрел местные достопримечательности. Ушел я за мост. И не стал стопить. В общем, уже время 9 часов. Все равно даже если куда вот уеду, будет не очень здорово. Нашел парк с озером. Вот, он был вначале там. Узенький совсем газончик, все на виду, тут население такое есть, недотчане, так скажем, вот, поэтому я искал место поукромнее, и в конце концов, вот, нашел что-то вроде, есть тропинки, конечно, но он все равно здесь, надеюсь, не так часто ходит, особенно по будням, ночами и вот утром. Так что каких-то компаний, я думаю, не будет. Так что, думаю, поспим хорошо. Сегодня я начал стопить полдесятого. Сейчас время полвторого. 2 часа из которых я стоял с табличкой. Итого 4 часа. Мне кажется, что водители побаиваются моих мешков. Вот там перекресток. Притормаживает все машины, там ограничение 70. Вот. А вот здесь дальше начинается автобан. Давай. Здесь отдельная полоса, она очень хорошая. Ко мне подходил один парень, сказал, что я ни за что не застопаю, потому что здесь хайвей, здесь нельзя останавливаться. Так что, ладно, хорошо. Гуляй, Вася. И продолжил. Никто, вообще никто не остановился. Хотя бы даже спросить, куда держу путь. Если так дальше пойдет, то не знаю, буду искать другой транспорт. В общем, прошло еще 4 часа, итого 8 часов стопа. Один человек только застопился, он на 12 километров ехал. Подъехала следующая женщина, сказала, что здесь они опять не останавливаются почему-то. Его так решают. И предложил идти на правящую станцию. Почему я туда сразу не пошел? Потому что там некоторые машины выезжают, остальные мимо пролетают. А здесь же прям вот, пожалуйста, светофоры и прочее. Еще пока медленно едут и могут остановиться. Постоял на той заправке минут 10. И ко мне подошел мужик, говорит,
Я тебя тут уже второй раз вижу. Точнее, за два дня вижу второй раз. Типа, хочешь денег? Там вот есть вокзал, и до свидания. Куда тебе надо, дай ребро. Хотел вообще дать 20 евро. Столько стоит билет. Ну, я уж постеснялся, у меня такой надобности нет. Тем более, я уже почти на принцип пошел. То, что стоять до конца, до победного. Или пока к чему кто-нибудь не примет. Ну и после подумал, решил, что может быть действительно стоит сразу поехать. Вот, доехал до Эребро. Сейчас я до Люристада на поезде. Здорово, тут осталось 6 километров до каяка. Придется их пешком идти. Прямо вдоль этого канала. Здорово здесь летом-то, когда зелень есть. А не голые деревья. Желтая трава. Вот так вот мы идем по дорожке. Идем прямо рядом со шлюзом. И внезапно торчит каяк. Надо взять, надо брать, точно говорю. Посидели мы с Эйя, попили кофейку, поболтали. Отличный мужик, веселый. Тоже собрался на старости лет погулять по миру, попутешествовать. Собирается то в Испанию, то в США, то в Германию, там по Рейну походить, еще и в горы пошататься. В общем, решил мужик пойти в отрыв по полной в этом году. Я снова с Йоторпи. На этот раз он более живой, более цветной, более открытый. Не то что зимой. Солнце, ветерок легкий, травка зеленая, деревья. Хорошо. Люди отдыхать, поэтому они на позитиве, друг с другом все здороваются, это еще больше позитива дает, потому что отдыхать чаще. Эх, все в муравьях, оттаяли они и залезли в лодку. Эй, кошмар, придется много чего помыть, постирать. Ну, это не проблема. Естественно, перед выходом пришлось устроить постирушки. На таком солнце все хорошо быстро высыхает. Но все же, думаю, некоторым вещам надо подольше посохнуть. Есть такая возможность, что я выйду завтра. Знаете, где я? В каяке. Бе-бе-бе. Вот так вот быстро переместились. Высушили. На таком солнце все хорошо, уже и постирали, кстати. И вот, только что отбыл в 6 часов, точнее, чуть позже. Магазин работает до 7, у меня из еды пока еще ничего нету, даже вода только что кончилась. Поэтому надо срочняк туда пилить. Будем надеяться, что успею. Или искать следующие магазины по пути. Потому что времени еще только 7 часов нету. Соответственно, до 10 можно свободно идти по каналу. Тем более сейчас никакого движения нету. Сюда будет только с июня начало идти. Вот. Эйя сказала, что тут сегодня какие-то с каяком открытым, которым мимо проходили. То есть они с той стороны
все-таки прорвались, как и я. Только я с колесиками, а они там, кажется, его вручную тащили. Вот так вот. Кайфую! Летом в каяке это шикарно. Просто здорово, не то что зимой. Тепло, солнышко светит, особенно сейчас вечером. Не палит, а просто светит приятненько. Круто, я доволен. Вот такие вот мосты меня заставляют задуматься, проеду я ли там. До этого был один, я прошел под ним. Вот так вот, тут явно будет то же самое. Как бы закрепить камеру, чтобы это было видно. Попробуем так. Оп. Вот черт, до какого-то эпичного подъема дошел. Здесь несколько люков, замков, и там он еще подъем. А еще идти до туда. Ну, так-то в горочке идти сейчас легко. За это время потренировался, побегал на пятый этаж с мешочками порой. Это помогло. Фак. Дальше еще. Охренеть. Вот почему такая засада, а? С этой стороны, где туристов нет, тропинок нет. Камни острые на берегу. А с той, где туристы бегают, вот, все мягонько, в траве. Там проще лодку вытаскивать. Он в любом месте вытаскивает. Не поцарапаешь. А тут такая жесть. Где справедливость? Времени без 15:10. И я решил уже готовиться ко сну, искать место. И вот здесь вот нашел. Прямо рядом. С каналом, естественно. Лучше. Ничего не нашел. Рад, что дальше чем-нибудь будет. Вроде столиков со скамеечками. Но это где-то там и может быть. А времени между тем уже нормально. Светать будет часа в 4. То есть свет в палатке. Ну, здесь его меньше будет. Но все равно. И уже будет хуже спаться. Поэтому надо лечь немножко пораньше. Посмотри на закат, что называется, и спать. Вот, разве что так. За летний кайф надо платить. Платить надо кровью. Каждому комару. Попробую объяснить каждому комару, что у тебя уже брали плату. Вот так вот. Я думаю, помимо солнцезащитного крема, мне еще нужен какой-нибудь антикомарин. Зашибись, на мне будет микс химический. Что со мной с моей кожей станет. Ну, надеюсь, не так все жестко будет все-таки в дальнейшем. We're riding.
этот мост, кажется, ниже. Неужели придется обходить? Там, похоже, еще есть заграждение сбоку. Уф-уф-уф, посмотрим. Нет. Так хорошо все шло. Дошел я до Тореброда. Вот. И проскочил под одним транспортным мостом. Как обычно, в притирочку. Пошел дальше, а там грузовой мост. Железнодорожный. И там даже каяк бы не прошел под ним, поэтому пришлось обходить, через весь город тащиться. Но мы справились. Заскочил заодно в магазин. Google Maps и Maps.me что-то хандрят, не хотят показывать, что дальше тоже магазины есть по пути. Вот, затарился. Теперь есть что поесть. Конкретненько. Бананчики еще, мандаринчики, бе-бе-бе. Лодку оставил здесь на берегу. Никто ее не спер. Стоит еще. Сейчас изучим, что у нас. Сперли, не сперли. Ну, конечно же, нет. Кому она нафиг нужна? Вот. Красивый деревец. Солнце так печет, что я предпочитаю в теньке идти. Мои некогда коричневые руки уже снова стали красными. Это уже совсем плохо. И чуть-чуть они начнут гореть. Обильно себя смачиваю маслом от солнца. Не знаю, как-то вроде бы и помогает. SPF 20, да. Возможно, не хватает на такое количество часов на улице. Очередной мостик. Какой-то замок надувной, небось. Да, хватает вообще. Кто-то его уже громит. Берут штурмом. А? Наблюдатель за озером. Вот последний шлюз на этом отрезке до большого озера пройден. Далее у нас будет промежуток озера в 2 километра, 3. Я вот думаю, стоит ли идти. Времени уже 6 часов, солнце продолжает неплохо так жарить. Я уже довольно-таки хорошо прожаренный. Вот думаю, надо отдохнуть или нет. Вот там вот есть
место для костра и шелтер, укрытие. Я тут подумал и решил. Я немножко уставший. Это первый день за последние полгода такой напряженный. 7 часов на воде. Сколько таскал по этим через шлюзы. Через город тащил. Вот. Плюс я еще подгорел. Надо немножко остановиться и передохнуть. Поэтому, несмотря на то, что сейчас 7 час только, я посижу здесь. Ну а завтра уже со свежими силами пойдем через озеро. Thank you.